Сегодня поговорим о сушилке Еврогольд артикулом 0503ЕК. Сушилка эконом-класса, но классическая и с крыльями. Полезная рабочая длина 16 метров, максимальная нагрузка 15 килограмм. Сделана в Украине, сделана очень добротно, очень хорошо. Ширина немножко уже, чем у классической сушилки. Здесь мы имеем 48 сантиметров. В классике обычно у нас 55. Ну, с высотой все нормально. Обо всем остальном уже после распаковки. Вот мы распаковали нашу сушилку. Как я уже говорил, сушилка классического типа, но с усовершенствованными в сторону удешевления узлами. Здесь крепление сделано не так, как у всех, а просто колышками на распорочку берется сушильный стол и фиксируется на нужной высоте. Прутья здесь, как заявлено производителем, 2,8 мм, но, скорее всего, так оно и есть. Сушилка достаточно устойчивая, пусть даже и эконом-класса. Все узлы и механизмы работают хорошо. Собственно говоря, вещь неплохая, особенно в наши времена, когда деньгами разбрасываться никто не хочет. И экономичное, хорошее, простое решение для того, чтобы высушить ваше белье. Спасибо.